Вяжем 12 ряд, значит, в 12 ряду. Темная полоса у нас идет. Вот она, белая идет, потом опять темная. Вот вяжем темную полосу. Теперь белую полосу вяжем. Опять темную полосу. И теперь нам белую нужно сделать вот такой же загиб. Значит, вяжем 2 квадрата над темный и один захватываем отсюда. Так. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Дальше. Над светлой полосой у нас должна быть темная. Вот мы ее будем вязать. Вот, видите, у нас получается уже сейчас вот идет вот эта часть, как здесь. Ну что, вяжем темную. 6 квадратов. 3 × 6 – 18. 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Белую продолжаем полоску. 1, 2, 3. Темную полоску тоже продолжаем. 1, 2, 3. Так, светлую полоску тоже продолжаем. 1, 2, 3. Темную мы должны продолжить, вот как здесь. Один, два, три. А белую захватить еще отсюда. Один, два, три. И центральную тоже белый. 4, 5, 6. Все, мы вот центр провязали. Дальше вяжем в зеркальном отображении, то есть от центра еще 3 белых. 1, 2. И так вяжем дальше. Заканчиваем. Провязываем ряд до конца. Соединяем, закрываем. Провязываем еще ряд туда и обратно.
И опять я вам буду дальше показывать. Так, ну что, закончила я 12 ряд. Я уже не стала вам говорить, что я его соединяю, заканчиваю. Тут пока никаких изменений нет. Значит, вяжем 13 ряд. Полосу эту продолжаем. Так, 1. 2, 3. Темную продолжили. Так, продолжаем светлую. 1, 2, 3. Продолжаем темную. 1, 2, 3. Так, теперь продолжаем светлую. 1, 2, 3. Теперь темным цветом провязываем 2 квадрата, то есть 6 петель, и 1 квадрат, 3 петли захватываем отсюда. Вот такой загиб будем делать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, дальше у нас пойдет белый, 6 клеток или 18 петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Далее продолжаем темную полосу. Один, два, три. Продолжаем белую. Один, два, три. Продолжаем темную. Один, два, три. Продолжаем белую. Один, два. И вот теперь здесь в центре вяжем темный квадратик. Один, два, три. От него в левую сторону вяжите белый, потом темный и так по порядку. Соединяете, закрываете, соединяете здесь и провязываете еще раз туда и обратно. Так, закончила я 13 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Вяжем 14 ряд. Так, здесь я соединила и вяжем 14 ряд. Темную полоску продолжаем, белую тоже продолжаем. Эту темную продолжаем. Белую тоже продолжаем. Темную мы должны загнуть. То есть провязать один квадратик. Белую вяжем два квадрата сюда и один здесь оставляем, чтобы протянуть. Вяжем два белых. Так, это один. Два. И один захватываем отсюда. То есть провязываем три петли. Так. После белого ряда у нас идет темный. Здесь 6 квадратов. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Дальше у нас идет белая полоса. Потом темная полоса. Опять белая. И центр темный цвет. Вот дальше вяжем в зеркальном отображении. Довязываем до конца, соединяем. Закрываем ряд изнаночный, провязываем и еще раз провязываем туда и обратно. Так, закончила я 14 ряд и вяжу 15. Эту полоску мы продолжаем. Белую тоже продолжаем.
темную тянем вверх. Светлую вяжем вверх. Темную вверх. Эту мы белую вверх потянем. Вот мы ее загибаем, как здесь. И провязываем. Здесь будет два квадрата. И один здесь. Темным цветом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Три квадрата. Дальше мы должны вязать белым цветом, соединить. То есть здесь у нас 6 квадратов или 18 петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Темную продолжаем полоску. Белую продолжаем. И центр продолжаем. Один, два, три. Значит, дальше, как вы уже помните, вяжем в эту сторону в таком порядке. Так, 15-й ряд я провязала, набрала для 16-го ряда уже 3 темные петли. Эту полоску мы продолжаем, белую продолжаем. Мы вяжем с вами 16-й ряд уже. Так, темную продолжаем. Белую продолжаем. Опять темную продолжаем. Белую продолжаем.
темную должны продолжать. Теперь провязываем 2 белых квадрата и 1 белый захватываем отсюда. То есть 3 белых квадрата по 3 петли или тунисских столбик, это будет 9 белых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Теперь мы должны вот эту темную полосу провязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Продолжаем белую полоску. 1, 2, 3. Продолжаем центральную темную. 1, 2, 3. Ну и от центра опять вяжем под белую, темную, потом опять 18 петель. И довязываем до конца и соединяем. Там соединяем, провязываем изнаночной, соединяем на правой стороне. И опять провязываем туда и обратно. Так, вяжем 17 ряд. 1, 2, 3. Полоску вяжем вверх. Теперь белую вверх. 1, 2, 3. Темную вверх вяжем. 1, 2, 3. Белую вяжем вверх, продолжаем. 1, 2, 3. Темную вверх. 1, 2, 3. Белую вверх продолжаем. 1, 2, 3. Темную вверх. 1, 2, 3. Белую вверх. 1, 2, 3. Вот у нас получилось 1, 2, 3, 4 темных и 4 белых. 1, 2, 3, 4. Дальше 2 квадрата. Вот 1, 2 и 3.
Вяжем темным цветом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. После темного у нас идет светлый. Вот мы его должны закончить. 18 петель. Белого цвета. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18. Центральную полоску провязываем темным цветом. 1, 2, 3. И дальше вяжем в зеркальном отображении. Точно так же там соединяем с левой стороны, вяжем обратно и опять, как обычно. Вяжем 18 ряд. Вот 17 я довязала, вяжем 18. Темную полосу продолжаем. Белую продолжаем. Темную опять. Опять белую вяжем. Темную вяжем. Вяжем белую. Темную продолжаем. Белую продолжаем. Так, вот здесь мы делаем загиб темный. Один белый здесь вяжем и 2 квадрата белых здесь. То есть 3 квадрата, 9 петель. Получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 5 темных и 4 белых. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. И теперь темным цветом вяжем вот до конца белого. Это будет 15. Так, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Здесь в центре вяжем 3 белых. Столбика петли 1, 2,
3. Вот центр теперь белый у нас. И от этого центра вяжем точно так же в левую сторону, закрываем, соединяем, если кто вяжет вторую часть, и еще раз провязываем туда и обратно. Так, закончила я 18 рядов. Вот здесь 18 рядов. Дальше берете маркеры и вот этот ряд отмечаете, чтобы вам не ошибиться. Вот сюда ставите. Там еще где-нибудь. Вот. Вот сюда. Это у вас отмечено, 18 ряд. Дальше вы вяжете в зеркальном отображении вот этой части. Получается, что мы с вами вязали только четвертинку. Вот этот кусок. Эта часть была отображением вот здесь. Дальше вяжем. Точно так же. Значит, следующий ряд у вас будет какой? Вот этот. Сюда вяжете. Потом вяжете этот. И так вы ряд за рядом провязываете вверх. Ну и, естественно, каждый ряд после центра в зеркальном отображении. Значит, дальше вяжем самостоятельно. Я вам ряды еще укажу, какой ряд какой повторяет. После того, как закончила вязать подушку, я вот эту часть зашила трикотажным швом. Зашивала двумя нитками, вот белой и темной. Полностью зашила. На пеноплекс наколола, растянула, высушила. Теперь я ее сниму, распущу отверстие небольшое, наполню наполнителем и покажу, как я зашивала. Вес без наполнителя 141 грамм. Так, наполнила я наполнителем подушку и теперь буду зашивать отверстие. Я когда подушку довязала, я по кругу обвязала соединительными петлями. Так, вот темный я сшила. Иголка у меня одна вставлена в темную нитку и одна в светлую. Значит, белую нитку я прокладывала внутри с внутренней стороны тянула. Ну, поскольку участок этот большой, вы можете ее обрезать, присоединить здесь. Ну, я не стала отрезать. Значит, вот темную я заканчиваю. Сшиваю под целую петлю. Вот под эти петли. А нитку эту убираю за полупетлю. Так. И
и ухожу вот сюда, к этому цвету же. По внутренней стороне. Ну, где-то тут. Что за ебаная мать? Где-то тут вот рядом. Вот так. И оставляем. Теперь берем белую нитку. Из внутренней части захожу в полупетлю. Вот я уже вошла. Теперь за целую петлю. И на обратной стороне тоже за всю петлю. Вот эту часть я не затягиваю, оставляю петлю, чтобы знать, куда вводить иголку. Я уже показывала это несколько раз. Обычный трикотажный шов. Вот, заходим во вторую петлю, а здесь опять в первую. И только после этого я нитку затягиваю. Здесь оставила петлю. Захожу в следующую. И в ту, откуда у меня нитка вышла. Вот теперь затягиваю. На светлых нитках еще видно, куда вводить иглу. А на темных уже плохо. Теперь заходим за полупетлю, за целую, затянули, и в полупетлю убрали. И убираем внутрь, по той стороне, где нитка идет. Вот по этой стороне уберем. К белому цвету. Ну, вот здесь. Убираем эту иглу. Сшиваем темным. Вот у меня темная на той стороне получилась. Захожу. Вот петля. Захожу в полупетлю. Теперь за всю петлю и сюда за всю. Петлю оставляю в следующую и туда, откуда у меня вышла нитка. Вот теперь затягиваю. Так, здесь петлю оставили. Заходим в следующую. И туда, откуда вышло. Старайтесь в нитку не попадать, иначе не затянете.
Нам еще туда надо попасть. Значит, заходим за полупетлю. Сюда в петлю. Уводим иголку в полупетлю. И уводим, она на той стороне, значит, ее туда уводим. И шьем белый. Ну, вот так и сшивала. Вот сюда надо наполнитель добавить. Ну и вот такая подушка у меня получилась. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.